Ну, что с Богом. Ты, кстати, первый экскурсовод, у кого я беру интервью. Научный сотрудник. Научный сотрудник. Вот, вот мне как научный сотрудник. Ну, вы знали, да, существование журнала «Горожанин»? Конечно. Знали, да? Знали, что такое журнал, что... Мы, кстати, к вам приходили несколько раз. Может быть, не знаю. У меня, наверное, тогда еще не было. У вас были интересные мероприятия. Короче, мы решили открыть музей свой. Угу. Ликвидации детского пьянства, наркомании на Николаевщине. С чего начать нам? Вы как научный сотрудник посоветуете нам. Ну, наверное, наше поколение и зимнюю перевоспитаешь. Нынешнее, я вам хочу сказать. Да никто его не собирается перевоспитывать. Мы музей решили открыть. С научными сотрудниками. Со всеми. Тише. Название музея вы слышали? Слышали. Горец, наверное, музей вообще такой. Мы уже помещение нашли, кстати. Где? А? Где? Так, у вас два научных сотрудника. Не, вы что, о чем вы говорите? Ну, так вы тогда не отвлекайте. А? Какая разница, где помещение? Главное, вот с чего нам начать? Как вы советуете? С чего начать? И вообще, нужен такой музей, как вы думаете? Думаю, да. В Николаеве? Конечно. А при том обязательно. О, видите, уже как. Какой он должен быть? Вот вы как научный сотрудник. Посоветуйте нам, с чего бы начать. Вот у нас уже есть экспонаты. Начать с последствий. То, что ожидает, если принимаешь, если пьешь. Вот тогда, может, это на что-то натолкнет на наглядном примере. Это в морг у нас ездить. Ну, не обязательно в морг. Почему? А, пожалуйста, бомжи, а центры СПИДа. О, кстати, чтобы бомжи у нас были экскурсоводами тогда. Не, ведь дело в том, что да, вот у нас музей ППД, ведь у нас же есть фотографии, где повешенные на площадях. И это все-таки какое-то вот у нынешнего поколения, оно все равно откладывает какие-то отпечаток. Увидеть площадь, на которой вешали в годы войны партизан и подпольщиков, и которая находилась в районе сотого гастронома нашего, это что-то. Поэтому... Там прямо стояла площадь. Там не прям площадь, там по... Прямо стояла виселица. Да, там по этому зданию, которое бывшее трамвайное, это там, где сейчас Райффайзенбанк Аваля, там Садко был, это два. А, да, туда я видел жить. Вот. Поэтому только на наглядном примере. То, что ожидает, если принимаешь. Не потому, что это плохо, а вот когда они будут видеть, что... Чтобы они видели. Конечно. Тогда это будет более жестче. Какие должны быть экспонаты в музее, вот как вы думаете? Ну, экспонаты в музее, во-первых, ну, Бог его знает даже какие. Давайте я вам бальбулятор. Знаете такой здесь бальбулятор? Знаю. Откуда вы знаете? Нет, ну я фильмы смотрю. Я криминальную хронику смотрю. Ну, есть такой бальбулятор такой, экспонат. Для родителей. Может, у них стоит, а родители не знают, что это такое. Родители должны видеть и чувствовать ребенка. И то, что они увидят этот бульбулятор дома, это даже может и ничего не означать. Они, может, и не знают. Он ребенок говорит, да я по химии делаю уроки. Может быть такое? Ну, если для родителей, то тогда правильно. Примеры наркотических таблеток, которые, как они выглядят. Кто знает, как выглядит экстази? Я, например, не знаю. Ну да, хотя бы чтобы видели. Да? Хотя бы видеть, да, что какого они там, может они рак, конечно, разных цветов идут, я не знаю, но все равно какой-то у них опознавательный. Научные работы надо какие-то нам проводить, как вы считаете, как научный сотрудник? Ну, научные работы, наверное, скорее всего, работу, да, молодежь против наркотиков. Есть, кстати, студенческая республика у нас. Почему бы не подключить студентов, которые, да, вот мэра, те, которые входят в студенческую республику. Студенческий мэр, да, нужен? Конечно, конечно, обязательно. Логично. Логично. Есть у нас такой студенческий мэр. Олег его зовут. Но... Да, сейчас новый же. Так он не просто молодой, еще и президент. С Могилянки, да, мальчик. Я вы знаю, его знаете, да? Он учится в одной группе с моим племянником. К сожалению, не вспомню сейчас фамилию. Ну, фамилию тоже. Я знаю, что Олег. Олег, да, зовут. Ну, не важно, найдем его, Господи. Да. Принимается еще что? Ну, во всяком случае... А вообще частные музеи есть в Украине много? Конечно, есть. Почему? Ага, в Николаеве есть частный музей? Хоть один? Ну, в Николаеве нет. А к нам приезжала вот в краеведческий музей выставка «Трипильская культура». Это частная выставка. Как? «Трипильская культура». Вот, наверное, год назад она была. «Трипильская»? «Трипильская». Да. Слово какое иностранное. Ну, это не иностранное. Так не углубляемся. Давайте в наше дело. Ну, да. Как он должен называться, этот музей? Вот так, чтобы это было по-взрослому. То, что он будет частный, это 100%. Первый частный Николаевский музей. Но в Украине уже есть, да, частный музей? Конечно. Поэтому очень много. Как он должен называться? Ну, название-то такое дело. Тут я даже не знаю.
А может быть имени там кого-то, да? Нет, какой имени? Музей не может? Вообще, есть же музей имени? Нет, ну не этот музей. Ну да. Извините, да, музей имени какого-то наркомана? Ну, погибшего. Ну, да. О, имени Владимира Высоцкого, может быть? Да. Вы ну, не имени Владимира Высоцкого нет. Хоть, может, он и был наркоманом, но он был великим человеком. И это, скорее всего, будет идти как пропаганда. Вот да. Какой великий и упадет. Я вчера, кстати, узнал, что и Брежнев, оказывается, в конце месяца. Да, я тоже вчера. Я в шоке. Вот пополнение наркоманов. Да? Да. Хорошо, принимает, потому что вы имени считаете, что не надо, да? Не, ну как это нет. А ваша? Девушка, вы нас не отвлекайте. Или я вас буду тоже снимать? Не. Ну все. Значит, я забыл, как вас зовут? Елена Олеговна. Елена Олеговна. Значит, вот, допустим, вот помечтайте, вот с чего бы нам. Помещение есть, классное помещение у нас, мы его посмотрели, там такое. Вначале вы должны расписать, что у вас должно быть в экспозиции. То ли вы должны написать. Вот там, например, первый стенд, там то-то, второй стенд, то-то, третий стенд, то-то, как они должны выглядеть. Лена, я пока пойду за ним. А вот эти вот есть вот эти штуки такие, как они называются? Вот давайте прогуляем. Можно прогуляться по вашему? Ну и такие вот. Нет, я же этого не видела, я в нем не. Ладно. Вот эти штуки, на которых выкладывается вся вот эта вот, где их взять? Ну, это заказ. Они у вас в архивах где-то есть они или нету? Это заказывается все. Это индивидуально под каждый музей. А, это под каждый музей, конечно. Все делают. Вы это сами разрабатываете себе, хотите ровные, хотите стендами, хотите с витринами, как вам угодно. Как удобно. Я же думаю, в порядочном музее должны быть такие. Ну не на столах же вы это все разложите. Ну да, что же, таблетки. Директор музея должен быть, да? Ну, это обязательно. А кто еще должен? Штат какой должен быть у музея? Ну, штат должен быть, если у вас в этом музее будет один зал, у вас должен быть заведующий или директор. На 6 залов там? Ну, тем более, на каждый зал должно быть либо на 2 зала по смотрителю, либо один смотритель. И, соответственно, люди, которые, ну, научные сотрудники, вряд ли у вас будут по смотрителю. Ну, это специфическое направление, поэтому я думаю, что у вас просто экскурсоводы будут. Медики же должны быть какие-то? Ну, это, я не знаю, надо ли им это будет для научной работы или как. То есть, это уже будете вы определять. И, естественно, научные сотрудники, которые будут рассказывать, естественно. Вот как вы думаете, можно ликвидировать в Николаеве детское пьянство? Нет. Да ну? Нет. Да что так? 100%. Да чего? А потому что, наблюдая на улицах сейчас, когда я, например, там иду или с работы, или там куда что, и сидит девочка, которая 12, 13, 14 лет, и она уже сидит с бутылкой пива и сигареты, о чем можно говорить, и у которой явно есть родители, которые они вида, скажем так, нищенствующего. Родители как-то это допускают? Ну, я думаю, здесь это исключение, наверное, какое-то. Mm-hmm. А вы, вот, когда по улицам ходите, обратите внимание. Они норму знают. Я когда спрашиваю у них, что ж ты делаешь, дитё? Они мне говорят, а я норму знаю. Угу. 2 литра, я, говорит, больше не пью. Ну, вот вам, пожалуйста. Я в шоке. Вот вам, пожалуйста. Я в шоке. Посмотреть на то, что... Да нет, это сейчас в это время, это вообще какой-то ужас. Я не знаю, мы росли в другом поколении, другое все было. Мы не пили и как бы... Не знаю. Сейчас мир перевернулся, как я говорю. Так и нафига тогда этот музей? Ну, вы знаете, может, то поколение, которое еще не пьет. Вот для них, да? Вот для них показывают. Те, которые уже пьют. Которые пьют, им уже хоть показывай, хоть не показывай. Да. А вот те, которые не пьют, дабы не повадно было. Знаете, вот как в Ленинграде, да, кунсткамера? Как Петр Первый собирал всех вот урода там, вот, да, еще с его времен. Вот, посмотрит, как бы и не повадно было. А тем, которые уже пьют и употребляют наркотики, будет довольно-таки сложно. И очень, мне кажется, единицы, которые как бы уходят с этой дорожки. Ну да. Я обычно спрашиваю пожелания движению родителей против наркотиков. Но у вас, как у научного сотрудника, я попрошу пожелания нашему музею. Открывайтесь скорее. Спасибо. Подлиннее нам пожелание. Открываться мы, конечно, откроемся, тут даже сомнений нет. Ну, если вам удастся, что вы хотя бы 10 школьникам это покажете, и тот, который там пил и курил, скажет, я этого не буду делать. Это, наверное, надо вести какую-то статистику, да, я думаю. Конечно. Школьник пришел, надо его записать.
дневник, что вот школа такая-то, класс такой-то. И вести какую-то серьезную, ну, научные работники нам нужны. Чтобы они вели учебу. Ну реально, да? Вот какие-то школы не брать, допустим, не водить их, не показывать. Но во всяком случае, я думаю, что они в этот музей пойдут с большим удовольствием, чем в наш. Кто это, Лена? Да, ну, а чего у вас? Вас тоже я очень люблю ходить. Нет, это вы любите ходить в наш. Ну, детки ж ходят? Детки ходят. Ну как детки ходят? Знаете, одно дело, которые единицы, которые приходят сами, и которые действительно интересует история войны. И... А так ходят по этим, да? Ходят, вот. Потому что... А сколько у вас, кстати, билет стоит? Ну, для взрослого 4 и 10 экскурсий. Для детей, школьники, студенты 3 гривны и 8... 3 гривны? Да. А это же просто дурница. И 8 за экскурсию. Ну, я думаю, мы сделаем гривен по 20 билет. Ну да, по сроку уникальный, конечно. Ты, у нас же будет уникальный музей. Или это дорого, как вы считаете? Я думаю. Или нормально как? Кто-то там где-то играет. Спасибо.